знали, что они последние три игры выиграли, поэтому будет интересная игра, напряженная игра, к этому и готовились. Какой момент стал переломным? Наверное, когда забили второй и третий мяч. А в перерыве на что делали упор? Ну, то, что надо продолжать играть, постараться забить еще, не останавливаться на достигнутом. Команда вышла на первую строчку. Что ребятам сказали после игры? Ну, сказал, что все только начинается, самые игры интересные впереди нас ждут. Поэтому расслабляться рано, надо готовиться уже к следующей игре, тем более «Спартак». С психологической точки зрения, вот эта первая строчка, она может пойти в минус команде? Ну, вы знаете, мы готовимся к каждой игре, которая следующая. Поэтому уже там после последнего тура мы все это посмотрим, как у нас это получится.